о садоводстве, огородничестве, ландшафтном дизайне, клумбах, животном хозяйстве и о многом другом. Все эти темы находят освещение на страницах журнала «Сады и огороды Приморья». Уже 11 лет издание поднимает вопросы, связанные именно с местными загородными участками, дает полезные советы по посадке, уходу и введению новых для нашего края дачных культур. Очень востребована рубрика «Правовой отдел», потому что наши дачники, огородники и вообще садоводы, часто у них возникают проблемы, связанные с оформлением недвижимости, с проблемами внутри садоводческих товариществ. Поэтому даем им консультации, привлекаем юристов. Помимо выпуска журнала, редакция «Садов и огородов» организует различные тематические мероприятия. Каждый год в обязательном порядке проходит встреча с читателями, где они могут задать интересующие вопросы и поделиться успехами в дачном деле. В этом году уже второй раз прошел праздник под названием «Дачный бум». В нем сочетается концерт, дефиле в шляпках, лотереи, викторины и просто веселое времяпрепровождение. Журнал «Сады и огороды Приморья» не рассчитан на конкретный возраст и определенных читателей. По словам редактора, это издание для всех, у кого есть загородный участок. Ведь сегодня и молодежь стала приобретать участки подальше от города. Теперь для многих новых дачников важно, чтобы их земля была красивой, ухоженной и часто даже с детскими площадками. Поэтому журнал старается соответствовать пожеланиям каждого читателя. Журнал является востребованным у своего читателя. Это могут свидетельствовать об этом данные, которые мы получаем каждый раз по выходу журнала, потому что весь журнал, он раскупается. В 2017 году у журнала появилась видеоверсия. Программа «Сады и огороды» выходит на 8-м канале. В ней визуализируются наиболее интересные темы и дополняются юмором и историческими фактами. Лучшие месяцы для покупки саженцев – это апрель, май и сентябрь. В противном случае могут подсунуть прошлогодние. Ух, негодники! К слову, «Сады и огороды Приморья» издают один раз в 2 месяца. В июне выйдет юбилейный 70-й выпуск журнала. Его можно будет найти в киосках «Союз печати Владивостока» или оформить на него подписку во всех почтовых отделениях. Редакция нашего канала поздравляет журнал с 11-летием и желает стабильного роста читателей. Ирина Мокрицова, Андрей Макаров. Новости на 8-м.